Накануне утром в приграничье рядом с Нижней Шиловкой пограничный наряд обнаружил неизвестного мужчину, идущего в сторону государственной границы, и выдвинулся на задержание. Мужчина рассказал пограничникам, что уже довольно долго ведет отшельнический образ жизни, и паспорт ему не нужен, поскольку для религиозного и миролюбивого человека границ не существует. Сейчас устанавливается личность задержанного, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за покушение на незаконное пересечение государственной границы. В этом случае миролюбивый нарушитель может лишиться свободы сроком до 2 лет.